Основное значение семерки Три в кресте в игральных картах при гадании с колодой в 36 карт. Трифовая семерка кресте – одна из карт, которая может выпасть вам при гадании с колодой в 36 карт на какую-либо сферу жизни. Можно толковать как разговоры, новости, перемены, не только связанные с повседневной жизнью, но и отношениями с людьми. Для гадающего это имеет огромное значение. Даже просто разговор способен повлиять на будущее. Прямое положение семерки Триев в игральных картах при гадании. В прямом положении 7 Триев характеризует человека как чрезмерно восприимчивого ко всему происходящему, неуверенного в себе, в своем таланте. С помощью этой карты можно разгадать, о чем думает женщина, на которую гадают, если она выпадает рядом с трифовой семеркой. Рядом с семи червей стоит задуматься о своем рационе питания. Перевернутое положение семерки Три в кресте в игральных картах при гадании. В данном случае семерка Три носит негативное толкование. Все перемены, которые будут происходить с вами, не будут иметь никакого смысла. По отношению к должнику 7 Триев указывает на его неспособность вернуть долги в срок. Другое значение – необдуманные траты, которые зачастую связаны с бытовыми проблемами, если выпадает рядом с червовым королем. Рядом с 9 бубен – к болезням. Семерка Триев в кресте – расклад на любовь и взаимоотношения, сочетание карт. Прямое положение семерки Триев в игральных картах при гадании. Если вы гадаете на свою вторую половинку, то вас ждут изменения. Отношения в позитивную сторону. Рядом червовый туз, скоро будет брак. Если человек одинок, то у него наладятся отношения в семье с родными. 7 Триев выпадает с червовым валетом, не стоит ревновать своего партнера. Если у гадающего есть близкий богатый родственник, то семерка Триев означает получение от него наследства. Перевернутое положение семерки Триев в игральных картах при гадании 7 Триев можно толковать как разочарование. Если вопрос был задан на конкретного человека, то вы разочаруетесь именно в нем. Для одиноких людей означает разочарование в любви. Рядом с 8 пик причиной разочарования станет измена партнера. Если рядом лягут 2-7 любой масти, это значит в жизни тот, на кого гадают, столкнется с ярким незабываемым событием с огромными эмоциями, могут быть как плохие, так и хорошие. 3-7 рядом говорят о правильном пути, который выбрал гадающий, что нельзя сворачивать с этого пути, иначе будут трудности. 4-7 говорят о близком выяснении отношений, ссоре со своим любовным партнером, которые могут закончиться поездкой. Семерка Триев в кресте, расклад на карьеру, сочетание карт. Прямое положение семерки Триев в игральных картах при гадании. Вам придет письмо из вышестоящих органов, разговор с руководителем. Встреча с деловым партнером. В письме вас известят о предстоящих переговорах, на которые вам придется поехать. Рядом с трифовым тазом, семерка Триев значит, что они пройдут хорошо. Стоит приложить огромные усилия, чтобы все прошло гладко, однако ваши умения и потенциал помогут вам все преодолеть. Рядом с семи червей укажет на финансовую прибыль, правда, и достигнуть этого надо будет не совсем приятным для вас способом. Перевернутое положение семерки Триев в игральных картах при гадании. Все планы, которые вы ранее строили, не принесут результата и будут разрушены. Причиной этого будут проблемы с финансами, воровство. Кража может быть совершена даже не со стороны постороннего человека, а внутри коллектива. В этом может быть задействован даже бухгалтер. Доказать это может рядом находящиеся 9 червей. Толкование других игральных карт при гадании. 6 пики, Триев в кресте, червей, бубен. 7 пики, Триев в кресте, червей, бубен. 8 пики, Триев в кресте, червей, бубен. 9 пики, Триев в кресте, червей. Бубен 10 пики, Триев в кресте, червей, бубен валет пики, Триев в кресте, червей. Бубен дама пики, Триев в кресте, червей, бубен король пики, Триев в кресте, червей. Бубен туз пики, Триев в кресте, червей, бубен.